Павлодаре возложили цветы к монументу жертв политических репрессий. Памятный митинг возглавили участники декабрьских событий 1986 года. В те дни в массовой акции протеста в Алматы участвовали более десятка павлодарских студентов. Некоторые из них погибли. Многие впоследствии отчислили из вузов. Сегодня же декабристы, как в молодости, опять вместе. Всех павших борцов за свободу они почтили минутой молчания. Сейчас уже молодежи, вообще весь казахстанский народ должны жить по-новому, по с новым взглядом. Те молодежи, как когда-то хотели, мечтали, уже в это время, уже, я думаю, она уже восстановилась. То есть уже живем с новым духом, духом всемирного культуры. Поэтому я от имени декабристов в те времена, вообще как патриот своего народа, поздравляю с днем независимости.